Ключ для вставочек сантехнических. Такие вот всякие бочонки. Внутри диаметр там 13 копейками. Я его сделал из зубила древнего поломанного. То есть вот этот диаметр 14. Ключ у меня. И там проточил до 13 с копеечками. 13 болтается. А 13 и децл. Осталось закалить, болгаркой захерачил. Вот такое вставляется и свободно вращается. Всем привет!